Всем привет! У нас сегодня дождливая погода. Пришла легкая посылка с Австралии. Если честно, я уже даже не думал, что она придет. Я заказывал в начале июня. Это из Анкэппинга. В начале июня. Потом Брэндон где-то исчез и не отвечал. Я все ждал, когда мне посылку отправлять. Начали отвечать мне там разные люди. Они отвечали. Эти люди отвечали, но толком не было ничего, чтобы было какое-то движение. Я уже забыл про эту посылку, а здесь мне приходит уведомление, что приехала посылка с Австралии. Так. Термопакет. Внутри сосиска. Да, кто это, кого я жду? Это местные. Я заказал королеву мясного. Снова мурве, так, секундочку. Продолжим, взял ножницы. Так, кусок куда? Ой, какая-то вода зеленая. И кто-то рассчитывал, что будет живые. Жаль, расплод хороший.